Я говорю, опустоши свой разум. Будь аморфным, бесформенным, как вода. Ты наливаешь воду в чашку, она становится чашкой. Ты наливаешь воду в бутылку, она становится бутылкой. Ты наливаешь воду в чайник, она становится чайником. Вода может течь, а может крушить. Будь водой, друг мой. Привет всем чайным пьяницам. А сегодня у меня в гостях Мир. Человек интересный, потому что он собирает чайные традиции. Я, наверное, думаю, что этому человеку есть много что рассказать. Чья? Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Сегодня с вами попьем Дахумпал, наверное, один из лучших чаев, чтобы посидеть, просто поболтать. И первый мой такой вопрос – это немного рассказать о такой интересной практике, как чайный цигун. Сразу начнем с чайного цигуна. Да, так. Мне просто очень давно интересовал этот вопрос. На самом деле, чайный цигун, он меня заинтересовал один из первых, когда я познакомился с чайной культурой. Чайный цигун – это как самостоятельная практика, так она и дополнение к основной практике цигуна. И насчитывает она более 1000 лет, это официально, насколько известно. Замечательная практика для любого человека, причем она имеет несколько ступеней, несколько таких градаций, требующих мастерства. И одна из первых ступеней, это она довольно-таки простенькая, и если человек знаком с чаем, то достаточно этих знаний, чтобы практиковать ее самостоятельно. Цигун в понимании, в переводе или в расшифровке слова цигун – это работа с энергией. Поэтому здесь мы используем чай хороший. Очень важно отметить, чтобы этот чай был очень хороший, свежий, хороший чай. А вот какой вы сами чай предпочитаете? Чай я пью не просто по настроению, чай я пью по состоянию. Определенные состояния, которые либо мне нужны, либо в которых я нахожусь, я подбираю под эти состояния чай. У меня, например, просто день начинается очень достаточно интересно. Он может начаться. Я вообще люблю просто разные чаи. Я не стараюсь, то есть, ограничить себя, вот, например, только на традиционных китайских чаях. Это могут быть иранские чаи, это могут быть турецкие. И вот с утра может начаться вот именно с какого-нибудь иранского чая, а ночь закончится тем же самым Эрл Греем. Это хороший довольно-таки подход. Мне это нравится, потому что изучая чайные традиции мира, я пришел к пониманию, что да, Китай – это родоначальник чая. В Китае, если я не ошибаюсь, более 3000 сортов чая. То есть Китай берется за основу чая. Он так и есть. Но другие страны, пьющие, производящие чай, пьющие чай, они имеют также свою уникальную культуру, свои традиции и зачастую очень хороший чай. Ну, естественно, ведь разная почва, разный воздух, все остальное тоже довольно-таки сильно меняет сам вкус и даже конечное настроение, то, которое будет после чая. Совершенно верно. И насколько мы знаем, что из того давнего советского времени грузинский чай – это не самый лучший чай. Я пил грузинский чай совсем недавно, в этом году. Он был очень высокого качества, очень высокого уровня. И сейчас один из моих приятелей, чайных друзей, занимается сбором и изготовлением чая краснодарского. Они набрали уже довольно-таки хороший уровень. Хорошие знания, хороший уровень, и чай их вкусен, чай их интересен. Расшифровка и пониманием самого слова «чайный мастер». Вот как вы его понимаете? Это человек, который изготавливает чай, или все-таки человек, который просто влюблен в этот чай? Сейчас все больше и больше спекуляций на эту тему, кто такой чайный мастер и каким он должен быть.
должен ли он иметь свои чайные плантации, должен ли он уметь изготавливать чай, и должен ли он проводить определенные чайные церемонии, мероприятия. На мой взгляд, человек, вставший на путь чая, а путь чая – это духовная практика. Это большая духовная практика. Это большая духовная практика, которая включает в себя не просто чай как напиток, а познание себя, познание мира через чай. И чай является мощнейшим инструментом на пути познания мира и познания себя. Так вот, если говорить о чайных мастерах, то будет очень хорошо для мастера, если он знает технологию, знает производство, знает выращивание, умеет изготавливать чай и умеет это донести до людей. Испив чай с разными людьми, как-то мне довелось попить чай с мастером, с большой буквы, и мы пили чай. Я даже не помню, это даже не чайные чашки были, это была какая-то посуда первая, которая попалась. Но те ощущения, те состояния, которые передает мастер, та энергетика, во-первых, чайный мастер, он не будет пить, как скажем, нехороший чай. Не будет пить не свежий чай, если это не касается пуэра. Он будет пить хороший качественный чай. И для него уже вся атрибутика становится второстепенной. Но состояние с этим человеком, с этим чаем, они на очень высокой ступени. Читал, вы писали, да, статью или вот где-то в блоге об этом, и вы очень так четко описали вот эти ступени, которые человек проходит, которые становятся на путь чая. Да. О том, что когда ты только становишься на путь, тебе кажется, вот ты познал все, ты ходишь и каждого учишь. Эти ступени написал и опубликовал такой известный чайный человек России. И я с ними абсолютно согласен, потому что, пройдя определенные ступени, да, совершенно верно, когда человек только знакомится с чаем, для него это нечто необычное, нечто такое сверхъестественное. Он углубляется в это, он становится, проникается этим. Словно прозрел, да? Да, да. Пройдя немного пути, он считает, что он все может. И начинает это активно пропагандировать, начинает это активно показывать, демонстрировать, иногда считая себя уже чайным мастером. Абсолютно верно. И такие практики, как чайный цигун, чайная медитация, они позволяют лучше познать себя, лучше познать мир, более тоньше. Чай помогает человеку перейти на более тонкие вибрации, на более тонкий уровень восприятия мира. Отпадает грубость. И войдя вот в это состояние, мы начинаем прозревать. Я не говорю о просветлении, хотя японская чайная традиция, она как раз-таки стремится к просветлению через чай, делая определенный ритуал, каждый день определенные движения, оттачивая их до совершенства, мы оттачиваем себя, доводя себя. Заключается вся вообще японская философия жизни. Да, совершенно верно. А насколько у нас развита чайная культура или чайное сообщество? Очень слабо. Очень слабо. И, по сути, если говорить о людях, интересующихся чайной культурой, это единицы. На самом деле единицы. Открываются салоны, открываются кафе, связанные с чаем, но они немножко популяризированы. Да, я понимаю, что на рынке надо выживать, но не передается сама суть культуры. Зачастую все скрывается за хорошим ароматом, может быть, вкусом, но нет самой культуры. Ну, мне кажется, это отражение вообще какой-то общей сути. То есть во многом даже посмотрите, если все делается, то есть создается некая оболочка, но суть она может быть, ну,
целостности внутри нету какой-то. Да, и мне очень нравится в последнее время общаться, встречаться на чайную тему с молодежью. Им уже надоела эта оболочка. Они хотят сути, и меня это очень радует. Для них становится важна суть происходящего. Они попили чай, они уже знают, что такое Дахунпао, они знают, что такое пуэр. Они уже наслышаны о том, что он вставляет или не вставляет. Очень модное слово, на которое тоже можно очень долго дискутировать. Но для них уже становится интересным сама суть. И я только рад. И в свою очередь я стараюсь передать, показать ту глубину чайной культуры, которая завуалирована иногда зачастую внешней оболочкой.